Телефон приветствует вас. Пожалуйста, назовите номер квартиры. 565. Я вас не поняла. 565. Здравствуйте. Здравствуйте. Умный домофон приветствует вас. Нет. Пожалуйста, назовите номер квартиры. 516. 547. Пожалуйста, поднесите лицо к камере домофона, чтобы я смогла вас распознать. Ну вот, пожалуйста, вот это я. Из квартиры 530. Так. Ошибка. Ваше изображение отсутствует в базе данных. Сука, что за хуйня? 547. Для того, чтобы войти в подъезд, вам необходимо пройти регистрацию. Давайте регистрацию, ну быстрее. Назовите ваше имя. Яковлев Дмитрий Михайлович. Назовите ваш пол. Мужской. Вы уверены? На все 100. Хорошо. Назовите вашу любимую игрушку детства. Ванька, встань-ка. Машинки. Я в машинки играл. Хорошо. Назовите дату вашего последнего полового акта. 5 лет назад. Четко назовите точную дату вашего последнего полового акта. 14 февраля 2023 года. День Святого Валентина. Я не запоминаю эту шляпу. Верно. Теперь поднесите лицо к камере и скажите «Нормал фейс», чтобы я запомнила ваши черты лица. Нормал фейс. Нормал фейс. Ваше лицо слишком далеко. Ну, сука, нормал фейс, смотри, вот мое лицо, на. Нормал фейс, открой мне, сука, я сейчас носу прям на дверь, Ошибка. Блин, какая ошибка? Да мне хоть 10 ошибок, ты меня аппаратку пусти, петушиная хуйня. Давай, можете хуйню пошевелить, ёб твой рот, что за хуйню поставили? Четко скажите смайл фейс и улыбнитесь. Смайл фейс. Когда вы меня уже определите, вот она я, вот, видите, вот так, так. Чё за залупа, блядь, открой мне, пожалуйста, домой, нахуй, дверь. Чтобы продолжить сканирование, скажите смайл фейс и улыбнитесь. Смайл фейс, сука, я в твой рот ебану. Ну, слава богу. Давайте, открывайте быстрее. А теперь сделайте недовольное выражение лица. И четко скажите Unsmile face. Unsmile face. Хуе. Поднесите лицо ближе и скажите Unsmile face. Unsmile face. Официальный спонсор умного домофона – компания OneX. Большие выигрыши, быстрые выплаты и широкая линия спортивных событий. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и получи бонус до $500 на первый депозит по промокоду Барямба. Ну и все, ништяк. Регистрация успешно завершена. Спасибо, открывайте. После обработки ваших изображений вы сможете заходить в подъезд без ключа. Спасибо, открывайте. До свидания. Все, открывайся. Здравствуйте. Здравствуйте. 565. Ошибка. Ваше изображение отсутствует в базе данных. Блядь. Ух ты, падла. Сука, открой мне дверь. Какой нахуй отсутствует? Ты что, ебанулась? Причина. Превышено допустимое число нецензурных слов. А, понятно. Вам необходимо пройти тест, чтобы подтвердить, что вы обладаете сознанием. А может насать на тебя, ёбаная? Да я и так в сознании. Первый вопрос. Закончите фразу. Еда есть, вода? Еда есть, вода. Ошибка. Правильный ответ – пить. А, второй вопрос. Пить, как да, говорит да, собачка? Ладно. Второй вопрос. Как говорит собачка? Гав! Аф-аф-аф. Аф-аф. Ошибка. Правильно. Гав-гав. Гав-гав. Все, я победил. Да какая мне разница? Гав-гав, аф-аф. Третий вопрос. Что падает с неба? Звезды. Ошибка. Правильный ответ. Водичка. Какая нахуй водичка? Водичка с неба падает.
Четвертый вопрос. Да. Откуда берутся дети? Дети берутся от папы и мамы. Из очка, нахуй, из пизда. Я не знаю вообще эту шляпу, она мне не нужна. Мне надо в парадку попасть, открой мне дверь и все, Ошибка. Правильный ответ из мамы. Да хоть из папы, мне какая разница. Последний вопрос. Лучше хорошо, чем плохо? Или хорошо лучше, чем хуже? Вот, сука. Лучше хорошо, чем плохо. Ошибка. Правильный ответ. Хорошо лучше, чем хуже. Ты откроешь ты или нет, сволочь? И хорошо, и плохо, и хуже, и вообще. Спасибо за ваш ответ. Ты мне дверь открой, остальное мне... Результат теста. Вы обладаете сознанием, но с трудом понимаете суть вопроса. Скорее всего, вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения. Алкогольного опьянения? Не вопросы. Слушай, ты меня что, жена, что ли, обнюхивать? Если произошла ошибка... Отойди на... Короче, состояние трезвости, вам нужно это подтвердить. Я трезвый. Пожалуйста, отойдите от двери на 1 метр. Давай я насу на тебя, а? Теперь вытяните руку вперед. Вытяну. Теперь посмотрите на свой нос. А? Я как я... посмотрел, что... Теперь закройте глаза. Ну, закрыл. Медленно коснитесь пальцем кончика носа. Ошибка. Вы промахнулись. Да ну? Как это я промахнулся? Слышишь, залупа? Если промах был чистой случайностью, и вы находитесь в состоянии трезвости, быстро скажите «ангелибу». Ангелиба. Я вас не поняла. Я вас тоже не поняла. Ты меня пустишь в дом или нет? Unbelievable! Unbelievable, unbelievable, открой мне Чтобы дверь. Чтобы снять ограничение, быстро и четко скажите «ангелибу». Ангелиба. Иди ты на. Чтобы снять ограничение, говори по-русски, быстро мне, и четко скажите «ангелибу». Ангелингул или хуилингул. Кунингус, вот и все. Активирован режим «антибомж». Мне какая разница. Немедленно покиньте территорию дома. Всем бомжам просьба немедленно покинуть территорию дома. Ты что, ебанулась, что ли, сука? Ты что, мать, ебанулась, что ли? Ты мне дверь открой, бомж. Хуем шли. Я не бомж. Я не бомж. Ну что, Четко скажите, я не бомж. Я не бомж. Ты меня услышала, ебать. Я вас не поняла. Ну иди на. Я говорю, я не бомж. Точно не бомж? Я сказал. Ты меня услышал. Тогда правильно ответьте на вопрос. Как называется самая дешевая водка? Паленка. Пшеничная. Ошибка. А как она правильный называется? Правильный ответ не знал. Я знаю, что это паленка. Доступ ограничен. Да иди на открой мне дверь, Активирован режим. Сейчас на ты заеб. Какой бомж? Просьба немедленно покинуть. Я не бомж, иди ты в жопу. Как называется самая дешевая водка? Не знаю. Правильно. Режим антибомж успешно отключен. О! Если произошла ошибка, и вы не являетесь бомжом, просто скажите «я не бомж». Пошла на... Желаете связаться с диспетчером? Желаю связаться с диспетчером. Соединяюсь с диспетчером. Ну? Я вам слушаю. Открой, пожалуйста, свою дверь. Куда дверь открыть? Куда вы звоните? Диспетчеру своей умной двери, перед которой я уже полчаса припрыгиваю здесь. Ну, открывай быстрее. Звоните в ДСЖ. Да мне плевать, куда я звоню. Вы можете дверь открыть или нет, или мне ее ломать придется. Сейчас полиция вызову. Добрый день. Вам диспетчер. Ну? Я сейчас вызову полицию, еще раз позвоните. На этот номер телефона? Я не звоню на этот номер телефона. Я стою как дурак перед вашей умной дверью. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, а почему я уже полчаса пытаюсь попасть домой? Когда это поставили, этот домофон, можно меня связать с этим человеком или что, или как? Я полчаса не могу попасть себе домой. Куда писать жалобу? А вы куда звоните? Я куда звоню? В свою квартиру. А, вы звоните в свою квартиру, очень интересно. А мне какой-то умный домофон какие-то вопросы задает. Это вы диспетчер? Вы правда диспетчер? Или это прикол какой-то, или правда? Мне очень интересно. Вы передайте, пожалуйста, чей это прикол, кто это придумал, и они потом своими ногами домой не дойдут. Хорошо? Режим антибомж успешно отключен. Ну? Спасибо! Я не сплю, сука. Я открыл дверь в свой, сука, подъезд.